школе он примерный ученик, на сцене настоящий профи. Антон Чалей – иллюзионист. С юноши наша творческая группа встретилась в одном из ресторанов Новополоцка. Здесь Антон часто выступает. Интересной программой порадовал и сотрудников нашей телекомпании. Удивил буквально с первых секунд. Ловкость рук плюс актерское мастерство и тысячные купюры с легкостью превращаются в пятитысячные. Показывать фокусы Антон Чалей научился в детстве. Удачными или нет были первые попытки, иллюзионист уже не помнит. Давно, говорит, это было. Зато с удовольствием рассказывает о фокусах, которые научился делать сейчас. Когда отец не понял фокус, значит, этот фокус очень хороший. Потому что он видит всю мою программу, все фокусы, то есть мои репетиции – это... Например, я сейчас не показывал от кольца. Кольца, когда репетируешь, тогда очень грохот стоит дома, тем более, если помещение маленькое, и все время дребезжу. Родители придут уставшие с работы, я тут с кольцами дребезжу, то есть часов до 9, до 10. Вот, то есть, знают все, как бы. Вот, самый лучший зритель – мама и папа. Простых фокусов с картами до сложных, например, с лезвия бритвы. А реквизит, кстати, настоящий. Пораниться можно запросто. Антон Чалей переходил постепенно, шаг за шагом, совершенствуясь в своем интересном, но очень непростом деле. А недавно юноша стал членом Российской ассоциации иллюзионистов. Единственная организация подобная в СНГ, я состою в ней с января этого года, то есть совсем немного. Вступил, я отправил видео в эту ассоциацию, и мне написал президент Российской ассоциации иллюзионистов, то, что вы можете вступить, проходите по мастерству. Вступил, это можно на конгрессы ездить с Российской ассоциацией иллюзионистов, то есть получать больше опыта. Довольно престижно. Теперь график выступлений иллюзиониста расписан на несколько недель вперед. Выступает не только в Полоцке и Новополоцке. Антона всегда рады видеть на различных мероприятиях в Витебске и даже Минске. У меня есть ВКонтакте Антон Чалей. Как Антон Налей, только Че вместо Н. Еще на Ютубе у меня свой канал. Если на Ютубе вести Антон Чалей, выдаст мои видео. Там под видео мой телефон контактный, и ВКонтакте тоже есть мой телефон. Совмещать учебу и любимое занятие иногда очень непросто, а важно для молодого иллюзиониста и то, и другое. Поступать Антон собирается на творческую специальность в Институт культуры. Открой хотя бы какой-нибудь маленький секрет фокуса какого-нибудь. Кодекс фокусника, первый закон кодекса фокусника гласит о неразглашении секретов. То есть я не могу пойти против себя. То есть магия? Магия. От репетиций и выступлений Антон получает удовольствие. Все дальнейшие планы связаны с иллюзионным искусством. Через год юноша планирует принять участие в шоу талантов «Минута славы». И для достойного результата, уверен он, готовить интересную программу нужно начинать прямо сейчас. Thank you.